В библиотеке имени Сактагана Баишева состоялся литературный вечер «Сакеннан Сырши Алемы», посвященный 130-летию выдающегося писателя Сакена Сейфуллина. Мероприятие было организовано с целью популяризации его жизни и творчества, а также повышения интереса молодежи к литературному наследию классика. В рамках мероприятия прозвучали стихи и выступления, посвященные Сакену Сейфуллину. Члены Союза писателей Казахстана рассказали о значении его произведения для отечественной литературы. Сегодня мы, например, отправляем молодежь на обучение за границу по программе «Болашах». Можно сказать, что фундамент этой программы был заложен еще при Сакене Сейфуллине, так как он лично направлял на обучение 1500 казахских студентов в Москву, Ленинград и Японию. Кроме того, в 1922 году во время голода в Казахстан для изучения политической и экономической ситуации прибыл американский кинорежиссер. Завершив свою работу, он столкнулся с нехваткой средств для возвращения на родину. Сакен Сейфуллин, как государственный деятель, оказал ему финансовую помощь и попросил оставить камеру, которую режиссер привез с собой. Таким образом, первая кинокамера в Казахстане появилась благодаря ему.